Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем сетевую. И уже переходим по чуть-чуть сражаться на поля. Да я вот не знаю вообще. А нет, они меня лимитируют. Голландии. Хотя если ты будешь воевать, то я могу выиграть. Да не будет он воевать, он будет сидеть там, аутировать так же, как сегодня. Я буду воевать, потому что да ты, не будешь Дима, ты воевать, ты балабай просто. Ты хуево, я, блядь, прошу проход войск нахуй, чтобы перевести войска. Ты шлёшь меня нахуй. Да не в Голландии, ты тратишь мяч. Ты тратил их весь первый час игры пустую просто. Да у тебя все пустую, поэтому ты не сочёшь. Ты нихуя не делаешь. Так, сейчас модно вводить стаки, так понимаю, 18 тысяч, да? 18 на 18, правильно? И приблизи собирать. А ты куда ты их вообще это? Из ширины фронта. А почему 18-18? Потому что потом объединяют армии, получается полная ширина фронта. Ударки. Ну это чтобы снабжение не страдало. Так, ну просто гиперсражение. Кто с какими долгами эту войну закончит? Я всегда больше пехоты делал. Пруссия долги отдает, получая 160 субсидий. Византия долги. Ну, было 7 тысяч, стало 6 тысяч. Отдаст потом быстро. 22 тысячи тут долго. И 16 тысяч тут долго. 40 тысяч, в принципе, для Голландии это не проблема, правда. У них пушки. Малайские краперы. Краперы. Краберы. Краберы. Каков успех индейца? Продвигается по чуть-чуть по территориям Конго своими армиями, но 40 тысяч, не знаю. При том, что может 200. Эх-эх-эх. Сейчас будут пушки впереди. Дима! Чё? Ты слышал, что говорят, если успех хороший, то можно побеждать на рынке. Что? Ты слышал, что можно побеждать в войне, если у тебя равный успех на рынке? А ты слышал плюс 3 прирост последние 15 лет? А поставить этот фокус не судьба, да? Советничка тоже на себя поставить. Плюс 3 советник, поэтому и плюс 3 идет. Ты там генерал хуляр или что, я не могу понять, что у тебя там, почему так мало? У тебя... Эдикты внутренней политики жрут все, и тупой убогий правитель. Не, ну на военных конкретно неплохой. Я понял. Я 21-й-то взял с трудом. В середине войны. Это да. Длительные вообще, войны очень зависят от способности правящей элиты. Если она не способна, то... Тем более, скоро Баварию за аннекшн. На данном этапе казалось, что Франция побеждает. Ну, 400 тысяч фиопов, да, что-то... Пока не задействовали черный план, так и было. Знаете, обидно, что вот... Знаете, вот я сейчас себя чувствую, как... Черный план. Такой
Блин, парень, знаете, который дома такой сидит, одиноко, ему скучно, так смотрит в окно, там ребята во дворе играют, а мама с ним. И ты не можешь им играть. Нападайте или войной на Пруссию. А, ну да, гениальная идея. Да мы потом через минус 5 вступимся. Не-не-не, вы, парни, ненадежные. Ну блин, вообще это можно напасть на Персию. Понимаете, что тут наша выгода распилить Пруссию, если мы тебе не поможем, она Пруссию потом Византию. Побьет так же. Она, они побьют тебя, потом побьют еще раз нас. Какой смысл? Ты не думай, нападай на Персию. Смотри, ну, просто посуди, Византия сейчас в войне, Эфиоп сейчас в войне, как бы война жесткая. Никто рекомендует. Никто говорит. Какая нафиг Персия? Нападай на Пруссию. Персии никто не поможет. Так, Персия в горах, там ее сложно. Вы больше балаболите. Вы больше всех балаболите? Я нет. Кто у тебя глюки? Так, там это, византийцы в горах осаждают, в смысле в холмах. Где? 36 а тысяч лигеров. А там сложно пройти. Ну всё. Там, видишь, да, они сейчас Пруссия уйдут впереди все. Уже. Они со страха сбежали все на юге. Я их пару раз убил. Ну, через Баварию не понял. Я тут подумал, наверное, имеет в начале игры не строить всякие там храмы, не строить всякие... Вообще ничего не строить, да? Мастерские, нет, то есть, ну, там, где, к примеру, там больше, там, чем плюс 10, там, там, плюс 15, плюс 20, там строить. А вот где они дают меньше, смысла строить не имеет. Да ладно. Правильная идея. Ты опять употребляешь там? Ты такой гигант мысли, Фау. Нет, именно то, что избивать яишек, забирать у них деньги. После этого, как только тебе доступны мануфактуры, сразу нафигачить кучу-кучу мануфактур. Потому что, ну, реально дают мало храм. Там 0,9, 0,8. Ясно, я понял. Дичь. Ну, так-то да, но только ж ты еще понимаешь, что 0,9, 0,8, это же умножается на модификаторы все. И потом выходит много. Ой, Витя, я тебя умоляю. 0,9, ну что, 0,18. Ну, если считать, то тройная, ну, четверная окупаемость очень даже неплохо. Давайте попробуем собрать 100 налогов сверху, стандартных. Как ты 100? Как ты 100 сделаешь? Ну, сверху стандартных, там типа от этого, от священников, двадцатка, что там еще есть. Давай, Сань, всю армию въедем. Да даже если не собирать. Ты хочешь сделать как старпомлишься? Саша, Павел, Сделай как Ну, давай с тобой сейчас вдвоем нападаем на Персию, имеем на ее 100 счета и все. Нападай. Ничего не получится. Нет, ну ты такой парень ненадежный, лучше нападай. Я не могу, меня перемирие. Да, он не врет. А вообще, если бы ты напал, я вступился, даже через минус там. Не понял, как это связано. А типа ты меня веришь? Да, 84-го. Я... Ну я вроде не коронеть, я скажу. Блин, я скоро до эфиопа. Слушай, это... Сазакс, напади на Фала. Пруссия, Пруссия, вступится как защитник Вера. Чё? Он не продержится защитник. Тогда он просрёт. В смысле? Они оба реформаторы. Он реформатор, он реформатор. А, ну ладно. А есть у нас не реформаторы? Ацтек. Ну, Англия. Ацтек, зачитай на Фала.
Да, ты Морока еще есть, да, вот. Эфиопия. Как бы все на этом. Вообще, когда-нибудь тебе кричим за Россию? Стали. Самое тяжелое здесь — это первая скорость. Да, да. Да нет, нормально. Особенно, когда ты не на Франции. Да, ну, не воюешь, а там все эти печали. Нападай на Персию. Так. Лучше на Пруссию. Я тебе тоже не... О, пап, погоди, пошли в Персию. И на Пруссию, и на Персию. Так проще. Стимул, нападай на Марокко. User left your channel. Я уже напал. Стимул на Конго жрет. Ну, нападай теперь на Марокко. Двумя стаками. Какая разница? Главное, ты напади на Марокко и возьми с него хотя бы репарации просто. И сразу слетит с Пруссии защитник Веры. Марокко. Чего не сделаешь ради 5%? Ну, да. Да ради 5% удорожания технологий. Когда уже бой кончится, я хочу это сделать. Мы что, побеждаем? Зачем? Случайно. Зачем? Алло. Что ты творишь, Димона? Ты не мог эти читы раньше включить? Ну блин, вот вообще оба пришли. Все, чернокожие вступают в бой. Может, теперь пушек нету? Или нету? Да, у них пушек теперь нету. Не знаю, без пушек не сломил, наверное, но это... Украина помогает пока. А займа нет, только то, так и тебе будет. Не был бы то. Вот нормальный размер. Все, у меня с пушки теперь впереди, все, сейчас прекратится разбой. У нас все прекратится. Че, пушки не будем воевать? Блин, клетка своей будет один. О, все, у них кончились коммодерации. И у них тупо нет коммодерации. А, вон 32, а там тоже одни пушки. Ну, ФЗ. Пушки на пушки. Победа идти ведет пушки на фарс-марше. Там еще 26 пехоты просто идут. А давай когда-нибудь эти 26 зайдут туда и туда. Давай. Сейчас они не идут, кстати. А теперь идут так, 23-го все засекали. Все, пошли. Пошли в Нидерланды. Так, я сходу уже держу. Давай. Семь миллионов потерь в общей сложности. Это, друзья, жесть. Триста тысяч осталось с этой стороны. Ну, 320-330 и 550-560 тысяч с этой стороны. Но разделены. 140 тысяч тут. И не все участвуют. У Пруссии 53 престижа. Почему я не могу взять защитника? А, ладно. Пошли 16 тысяч проблем по мобиле. Жаба, что ты к нам не заходишь? Мы скучаем. Жаба.
Жаба, скажи мне, какой плюс идет у Паруси? Ну, баланс. Баланс сейчас скажу. Чё, картошка опять дурит, что ли? Нет, 56. Почему? Ну почему дурит-то сразу, Вить? Картошка без субсидий. Нет. Не убирайте. Перс, ты падла. У меня вообще все плохо было, ты чё? И баланс, баланс плюс 50. А, Шепа, скажи... Ничего страшного, что это... Шепа, скажи, сколько балансу везентили? Дова. Сейчас, секунду. С Брауншвейга в Ганновер встань. В Брауншвейга в Ганновер. С Брауншвейга... Это я картошкой говорю. Потому что уже бегут убивать из крепости его. Ёлва? Картошка, 70 тысяч. Всё. Я знаю, я всё делаю, я всё веду. Банк пушек туда. Ну вы просите финансово поддержите все-таки, у него же долги ты большие. Скажи, сколько баланс у Висенти сейчас, доход, вернее, общий, минус. 253. Нет, который этот, баланс. Баланс 50, минус 50. Вот, дайте субсидии Висенти. Ну я вот Леве дам субсидии. Скажи лучше баланс в России. Может лучше ты мне будешь давать, потому что я постоянно наемников нанимаю на своей территории. И объединяю и нанимаю. Да, картошка, выплатил часть займа. Потому что у меня ивент вылез. Больше я ни одного займа не выплатил без этого ивента. Все. Зачем ты? Ну, у тебя выплачивал займ. Я Леве сейчас дам субсидию. А что мне еще надо было делать, если у меня инфляция? Я и так строю по возможности. А у меня 1000 монет сидит, и типа вы выплатить займ или нет, получить еще больше инфляции. Егерь взят. Все, уходи оттуда, нам хрен с ним, с этими крепостями, идем на Нидра. Сейчас 30. Я бы на вашем месте Прагу все-таки взял. Ну, она уже как бы, да. Там, это не крепость. А, точно, извините. Нет, тебе прощения. Оставь. Эфиоп, уйди нахрен, пожалуйста, с этой крепости. Ну что ты? Да ты не возьмешь эту крепость. Это генералы. Это говорит картошка. Что? Марокко вышел? А, Марокко отдали просто. Ну ты и ты, да. Хренали, блин, я все вам помогаю. Ничего страшного. Ничего. Сколько там счет у вас потерялось, скажите? Много, правда. 3% у вас, что ты говоришь? Да они не успеют больше вместе, там 0% уже. Уходи! Да у, вас у вас счет на 3% упал, что вы гоните? Айфиоп, ты опять будешь стоять в тылу, чтобы мы чуть не проиграли битву, да, с Ганой? Я нихуя не слышу, блядь, вы заебали, вы все пиздите просто, все, блядь, поголовно нахуй. Ёбаны, все заткнулись нахуй, никто ничего не говорит, чё от меня кто хотел. У вас 90 тысяч запаса. Ещё подведи просто поближе армию, а потом будешь водить и ходить. Да везде, блядь, везде. Здесь все армии, блядь, это 1/2 от армии. Ну, подведи, где всё водить. Ну, пока есть, не води. Как фронт будет падать, води. Я бы на твоем месте просто встал в это под арбонную, чтобы украинской пехоты не подводило. Вариант переворот на 95% закончился. Ты тайминг. Ты чё, зачем ты фасады снял? Я там 1000 оставил. Вон... Нахуя? У тебя вон битву будет. Ты мог бы пушки оставить. Пушки хотя бы оставить, они нахрен не нужны. Ты видишь, 4000 идут в стадо, а мы сейчас твою осаду. А может Гамбург встать, допустим? А, нет, слушай... А, встань в Гамбург, Лайнбург, и потому что там осада. Он сможет пройти там пролив. Он сможет пройти там пролив. Сколько? Жаба. Сассекс. Да. Нам нужен в Иберии, пошли в Иберию. Сассекс, триллиан. Короче, мы тебя позвали обсуждать мировые проблемы. Давайте. Я считаю, что глобальное потепление очень плохо влияет на экологию тундровой области России. Вот, да, на самом деле глобальное потепление это самый большой страх России, потому что во время войны может упасть истощение. И не будет 9%, а будет 6%. Это плохо. Так, вот. Что это значит в реалиях Европы Универсалис?
Ну, это и значит, что как бы глобальная периферия нет, это плохо. Еще вот есть на самом деле проблема, скажем так, вот нет единого Китая, вот тоже проблема. И надо как бы под власть России Китай, чтобы я китайцев сподвиг на новые подвиги. Вот. Они... Объединить под Шунем, что ли? Нет, под Шунем я не буду ничего объединять, а на самом деле, как ни повернись, кругом получается хреново. Потому что этот Шунь сейчас присоединять я буду до скончания веков. Ну и как бы, если играть не через Лосава, тоже как-то не очень получается. Короче, как ни повернись, кругом задница. Так, а Шунь-то у нас хоть какого размера? Ну, Россия сейчас самая по развитию первая. 2329. И по армии у меня вроде самый большой лимит должен быть. И плюс Шунчик вообще хорошо будет. Почти 3000. А у меня лимит сколько сейчас? У меня стоповый же лимит в мире, правильно? Даже не зря строить. Да, лимит. Да, да. Хаотично по всей стране. О, у меня появилась идея. Фал, это плохая идея. Да нет, вообще попьем молоко. Что? Это вот, я же говорю, это плохая идея. Вот я, конечно, все понимаю. Малайю? Да, я вам представляю. Как? Вот просто скажи мне, как? Вот, допустим, я повелся на твой идиотизм. Как? Окей, мы оккупируем вот этот вот кусочек, какие вот эту вот кишку прямую, и что дальше будем делать? И мы наберем с этого счета. Сколько? 10? Нет, ну больше 10 даже. Плюс мы оккупируем все ее территории в Японии, потому что можно высадиться по-тихому. И ты можешь оккупировать в Китае ее территории, чтобы у нее не было торговли. Она расстроится и перестанет притягивать. А как я по-тихому туда высажусь? Можно с этого высадить? Ну, сейчас иди туда войска, делай там флот. И себе там, конечно, нет там флота. Чувак, у меня флот 11 корабликов, они все стоят на угол. Ну, сейчас мне быстро надо... строй... У меня лимит флота 50, ты о чем? Трой штучки, просто которые штуки на перевозку. Перевози пушки, а потом наемников наймешь в пробках, которые ты уже захватил в Японии. Я вот, я догадываюсь, знаешь, как это будет выглядеть? В войну всплывает флот, да, вот эти мои 40 кораблей, да, таких 40 транспортников, они сами свое дно пробивают, сами тонут, с ними даже битвы не будет. Ты можешь либо с Камчатки очень быстро переместиться в Японию, на основной остров, либо переместиться точно так же очень быстро из Китая. На основной остров с Камчатки я никак не могу быстро переместиться, я могу на Хоккайдо высадиться, а там он у меня уже заблочит, скорее всего. Спорим, не успеет. Если не дурак, то успеет. А он не дурак. Он же не знает, что ты придешь. Самое важное. Что, не, а хорошо, а мне смысл наевать малай, хорошо, давай дальше. Смысл же дающие дела, я еще не. Типа репарации взять? 40 монет? Или 50? Просто я ищу смысл, понимаешь? Гениальная идея пала, а тут такой злой я, который ищет смысл вообще в этом. Ну не знаю, ты мог бы слиться в Японию и реально кинуть стафхиты, например, на Сахалин. Зачем? Зачем? Что можно? Вот просто потому что могу? Да, 8 развития взять в Сахалине. Рыбу. Да и другие профки, в принципе, он тоже может взять. Чего уж. Я думаю, что если он пойдет к нему и спросит, вот хочу вот этот островок и вот этот, то тот ему не откажет и просто так даст. Нет, я сомневаюсь. Но, кстати, насчет Сахалина можно пробовать договориться. Там вроде мой стоит, можно иногда поговорить. Насчет всего остального. Блять, мне денег нет. Не советник. Кстати, погоди, а давайте попробуем это. User left your channel. Блин, все, пошел вот отзыв. Неправильно делает. Ну а что неправильно делает? Ты имеешь в виду то, что не занимаетесь Персией сейчас вдвоем? И это, и то, что не хочет провернуть такую авантюру. Это может быть, ну, типа, как бы опасно, с одной стороны, да, то есть ты войска поведешь, еще хрен знает, что получится, но при этом это же весело. Ну, то есть он реально может сделать очень жесткую, крутую штуку. Просто скрипать 10 корабликов, высадить туда 10 пушек на осаду, а потом наемников просто... Я уже, как бы, Сахалин мой.
Вот, авантюра провернули быстро и без клепания флота. Ну, а может теперь Сахалин еще быстрее высадится. Чисто 8 развития на халяву. Минь, а вот есть сторона мин, а есть сторона минь. Где находится сторона минь? Можно вопрос? Она напротив. А зачем ей? Она, они опять пишут в Китае. Господи, уроды, они опять пишут в Китае. Корея? Да, да, Корея же есть. Нет, не Китай, не пострадает. Он а теперь не сможет удержать. Одна из проблем России, что у меня есть злой фал, который не хочет со мной дружить. Я ему предлагал сегодня два раза, он не захотел. Союз? Я не союз, я ему предлагал как бы Китай так поровну поделить. Ага, поровну, короче, ведь он, во-первых, меня в одной войне кинул, которая была, в принципе, равноправная. Правда? Да? Я тебя не кинул, я тебя не кинул, неправда. Да, действительно. Сколько там ты мне дал счета? 23? На финансовым счетом. Нет, и сейчас я сожрал то, что вообще изначально мне предполагалось в Китае. Без проблем сейчас. Это шунь его, как раз таки господи. Сычуань. Да, Сычуань. И тоже ему нормально говорит. Ну, давай, типа, вот все остальные области тоже мои будут, которые тебе нужны. Было не совсем так. Я тебе предложил. Вообще, богатые провинции Китая, на самом деле. Ты отказался? Посмотри. Вы видите, посмотри. Стейт Хам. Хороший стейт. Вот. 3, 4, 6, 4, 3, 3. Вот. Прям, ну, хороший же стейт. Как не посмотри. Следующий да, стейт. Офигеть, цифры такие большие. Следующий стейт. А, какая-то пограничная Юнинань. Ненавижу эти корректирующие названия. Короче, 7, 22. Ну, это круто. 4, 12 и 8. Хороший стейт? Хороший. Дальше, что я ему еще там предложил? Вот, дальше идем. Ну, что, даже ему еще должен предложить, правильно? Вот, а Северный Лаос. 24, 7, 5, 9. Потом, а какой ему еще стоит? Ну, как бы, это все. Вот. Три офигенных стейта. За даром, понимаешь? Просто, считай, от души оторвал, а он что-то выпендривается. Там вот. Заберу. Слышь, это бесчеловечно с твоей стороны, жаб, согласись? Ты что ж бесчеловечно? Зачем водить за ручку друг с другом в одну войну? Оба объявляете войну параллельно и войну. Да, правильно. Только на его войну никто не ты как этот, как Мишка Винни-Пух из мультика. Давай, пятачок, я тебе типа там повяжу повязочку. Раз и народ ему. По-моему, неплохая схема, нет? И доступа к мёду уже нет. Я спрошу. Не понял, сейчас это была угроза? Нет, мы с тобой друзья на не такой степени, судя. А, это в этом смысле. Ну, ты же понимаешь, что все это время докапался до тебя только потому, что ты не хотел быть со мной другом до такой степени. А я тебе несколько раз, даже мы с Рейбисоном тебе несколько раз предлагали. Еще когда я сидел на шведа, а он на России, когда ты был на Австрии, мы тебе предлагали несколько раз сказать такие отношения, ты отказался. О! Вот сейчас нападу, короче, на... 55 счета. Стаб-хиты, когда армию, полетят, двумя интересно. Одну армию, двумя армиями, мало, и шотную. Жесть. Это не война, деньги, это пожалуйста. Просто жесть. Да? Дай деньги, пожалуйста. Сколько? Channel switched. Ну, я бы... Или это первая скорость так утомляет, или это стимул так медленно воюет. Руслан, давай уже побеждай Конга. Далеко шагать, понимаешь? У меня туман там везде еще. А где эфиопская это, братья? Чё ну, такое? Не знаю. Это они сдулись. Нигеры кончились.
Ну да, негры, они быстро заканчиваются. Я, у него 30 тысяч стоит. Что на локости. 29. А они пошли, покричали и потом домой, что ли? Нет, тут наступление точно. Ну их 60 тысяч грохнули там в Иберии. Шотнули? Да. Да. Они, короче, зашли, потом Марокко вышел, а они оказались заперты крепостями. В горах. Многоходовочка. Жестко. Да, заманил там армию эфиопскую. Ой, надо выключить задние крепости. Традиции. В кого ты превращаешься? Да, они все равно падают. А, нет, растут. Ну ладно. Ой, у меня где-то эти появились партикуляристы. В Индии, что ли? Да, в Индии. 46 тысяч. Ну, фиг вы их побьете. О, они возвращаются. Где-где-где? Ну, вон, около Неомарка сколько до хренища. Сейчас нападут, уходи на ботиночки. Иду. Интересно, у Конга хоть одно золото есть? Ну, я не думаю, что мы будем воевать через, через плюс, вернее. Да. Так что пусть... Ну, воевать попадает. Через минус, да. Уже повоевали. Тем более, первый... 1 января будет в Энте. Ну вот, знаешь, держимся. А то он из Любика уводит туда еще. Да пусть стоят нормально. Да что там, рамогодие. Нападут? Там снабжения много. Нападут и будем без минуса биться. Так, а теперь... Где мою... А, все, инку перед вас, я не в Любике. Правильно. Тогда куда я закину своих? Сейчас состоится еще одна гранд-баталия, которая, кстати, особо ни к чему не приведет. И эта война может продлиться вплоть до... А я не верил. Честно, вообще не верил, что так долго она будет длиться. Что-то как-то не выжимают все соки. Ну, понятно, картошка хочет выдать долги, потому что оставлять Крайпера... Не то, чтобы выдать долги, он, конечно, наемников нанимает, всякое такое. Ну, много ему субсидий не дают. Нет, чтобы все-таки взять и задавить. Нет, цедят, цедят, пытаются воевать экономно. Вот эта вот сторона. А это моя территория? Ну ладно. Так все дойдем. Опять у Димы город закрыли. А нет, 8-7-8-8. После битвы надо будет пушку обновить. После битвы надо будет пушку. Это мои поперечки, что ли? Да ладно. Там же брус. Ноль-ноль. Офигеть.
кубик издевается. Теперь у нас еще всякая армия есть. Запасе. Скажите, что, вы будете банкротиться все после этой войны или продолжите? Смысл. Ты знаешь, сколько у меня лимит займа? Много еще лимит. 195. Нет, 330. А я только было это сделал. Так, ты субсидии будешь получить на полу. Ну, а, потому что у меня дефицит займа. Так, может, ты заведешь войска, я не знаю. Там 46 еще. У нас БД почти кончилось. Там 46 запаса. Пусть они лучше будут в запасе биты, чем... В запасе они теряют, во-первых, БД. Но сейчас, правда, ничего не теряют. Не теряют же БД. Это плохо. Вот и вовремя было. Запас у них кончался. Блин, самое смешное, что я после этого, ну, то есть, смотрю на все это, конечно, здорово, бесконечная битва европейская. Но азиатского вообще ничего не получилось. То есть, если бы там еще перси воевал, было переходнее. Че, наш план, какая перси? Это вообще да нафиг перси. Предатель. Перси он захотел. Ой, ничего, летают так как эфиопы. Да еще и с пушками. Так, сколько их там? Бешеные нигеры. Вообще у нас равно. Ну, там не количество, но я не знаю, нигеры эти сильные или не очень. У них плюс 30, у них плюс 30. Мощь пехоты. А у меня плюс 10, сейчас же моя пойдет. Ну не, на самом деле я понимаю, почему здесь я говорю. А нет, 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 все, моих запасов больше намного, они проиграли. Воин, ты слышишь меня? Да, что? Посмотри на свою торговлю. На торговлю свою посмотри. Ну что с ним? Ничего не замечаешь? Господи, как они могут стоять с пушкой под ударом? Это же просто дичь. Я про то, что как договаривались, так договаривались. Хорошо. Так, Дима, что? Это ж читы, ты должен был их раньше включать. Ну, бывает. У нас уже все, даже потери нет больше. Но вы еще 5 лет или 10 просидите, они возьмут первые техи, опять вас я откатят. Я тоже. Вон, 82-м. Мне их пока хватает. Задолбали они, дайте отойти. Да просто, чтоб потом не говорил, что я не договорился с тобой как надо. Где взять кучу админки без регистрации СМС? Кек. Ну ты спишь. Ну ладно. Блин, вот. Все, я понял. Надо просто их ловить под минусами. Мы так, конечно, не выиграем, но не проиграем. Я Баварию за Некшу и Бутсу. Плюс 25 ну-ка. Тысяч, еще как раз рекрутов возьмешь. Ой, рекрут, точно. 19 тысяч займов в Пруссии. Стоимость моей технологии минус 10%. 10 тысяч займов в Византии. 12 тысяч у тебя, Сань. 28 тысяч у Франции. Ну, по займам те, конечно, превосходят. 2 тысячи всего еще. Я думал, по займам мы превосходим. Ну, это вы превосходите. Меньше. Так там, так. Понимаете, как бы так на сотку, сотку субсидируют Малайя, субсидируют... Пал, дай давай... денег. Блин, я даю вам денег, сколько могу. Ну что, все что ли? Ну, я нищий. У тебя ты великая знаю, держава. Что-то. И что, это не мешает мне быть нищим? Великая нищая держава. Пал, ты что-то хотел? Да, да. Так, сейчас, секунду. Что-то вообще пиздос, короче. Старого. User joined. Что случилось? Почему все разбираются? Да. Давай это делаем секунду. User left your channel. User left your channel.
Казакс, не хочешь в поддержку Франции дать денег? Денег? Да. Саня, чё? Готовы на второй играть, потому что они готовы, я их проводил. А, мы-то готовы. Мы готовы? Бля, всё, включаем. А чё они? Ну, не знаю. Неужели? Дима, ты готов? Ну, встань аккуратненько, всё. И всё. Чего тут сложно? Я наконец-то до конца этой сессии за аннексию взял. Закрой мои пушки. Великое персидское присоединение. Ну это кстати, окей. Нет, в крепость не надо вставать, но просто... А как по кругу я не вставаю в крепость тогда? Ну там будет через минус. Да ладно, у меня теперь мой генерал наконец-то получил военную огненную мощь. Среди, ну к концу войны, так сказать. Через столько битв прошел, и только сейчас. Через 10 лет, когда вы будете еще продолжать воевать, ты скажешь, к концу войны. Да, к концу войны. Можно вопрос? А что случилось? Почему все разбежались в разные стороны? Кто? Где? Когда? Ну, просто я сейчас вижу, где их войска, где ваши войска, и там просто такая линия, такая нейтральная полоса. Ну, потому что мы только что их разбили в битве, где были все на все войска, и они отступают непонятно куда. А, понял. То есть вы еще можете выиграть? Не, мы можем не проиграть. Мы можем не проиграть, а через минус наступать мы не можем. А вот, кстати, что-то в этой фразе что-то есть, кстати. Можете выиграть? Нет, мы можем не проиграть. Просто вы должны понимать, как воюет Лёва. Лёва, он... входит в войну, но очень осторожно. Если что-то где-то идет не так, он так, ну, чуть-чуть подальше войска держит, чуть-чуть подэкономил там, тут. Это выходит какая-то еврейская война. Витя, а там у него яхты случайно. Знакомое чувство. Кто-кто? Яхты. Знакомое чувство вообще. Сейчас посмотрим. Инквизитор умер. Не, у него рисков остатки нет. И эта война, она из-за этого будет бесконечной, потому что никто не хочет на самом деле выложиться на полную. Во всяком случае, со стороны Пруссии и Византии. У меня все рекрутские войска наняты по лимиту, рекрутов ноль, и все наемные тоже наняты по лимиту. Нет, у этих двоих уже 50 тысяч займов. Просто если бы ту же Пруссию накачали деньгами, и она фулл лимит выставила, эта война быстро бы закончилась. Фулл лимит нельзя выставить. Вот я даже 350 тысяч не могу собрать, просто потому что не хватает. Рекрутов нету и наемников мало. Ну, ладно, понимаю, да. Опа, мы что, взяли Альтмарк? Серьезно? Да. А вот Россия может выставить фулл лимит? Да ты там сидишь 20 лет рекрутов накопил. А я не могу ничего сделать, понимаешь? Я вот сижу, окей, я уже давай. Допустим, я хочу вступиться. Нападай на Пруссию. И умри там, да, в одиночку. Напади с Персии на Вилу. Хорошая мысль, да, спросим Тайна. Не знаю, Рюбин идти или нет. У тебя 7 тысяч дохнет. Ну я ж вот говорю, идти или нет дальше. Давай лучше возьмем вот у... Да, пофиг. Ну сейчас вот они нападут, мне придется сходить с осадой. У тебя пушки отстойные. Там есть крепость. Просто стандартные. Да ладно, все это иду. Ребят, субсидии Марокко кто-нибудь кинет под торговцев? Конечно, да. Прямо бежим. Ну, воин, я думаю, кинет. У меня нету денег на субсидии. На займ вообще-то. Я с обраткой тебе верну деньги. А когда займы нельзя кидать? Субсидии нельзя кидать? Да. По-моему, можно. Ты из какого века, Лен? Никогда не было. О, еще минус крепость. Нормально. Ладно, посмотрю. Куда? В Люпин или в Висмарк мне вставать? В Висмарк? Блин, я не знаю. Не знаю. Это прикол какой-то. Это проверить, но скорее всего нельзя. Как становишься великой державой, так в говно какое-то окунаешься. Да, флот не дает минус. Ну, он флот может дать плюс просто. Снабжение он делит. Что тебе не нравится, Стима? Что я, блин, я в обычной войне уже в займы влез. Еще сейчас. В войне с Конго ботом, ты понимаешь? Это потому что, блядь, с торговлей пошел какой-то пиздец полнейший. А какой такой-то? Ты видел, что в Ла-Манше там происходит? Да. И с торговой эффективностью у меня херня происходит. Сейчас все.
Ну, антикайперам не хватает силы. Что-нибудь, а флот есть вообще? В смысле, он весь плавает на охране. А ты думаешь, что две галерки не туда... Туда есть смысл что-то отправлять, кроме фрегата. Ой, знаешь, пойду проверю. На нас нападают. Я направил уже. User left your channel. И опять, тот, кто через минус, тот проиграет. Ну, что поделаешь? А чё, у них, по-моему, потери что-то. У меня содержание наёмников скоро будет. Слав, всё страну. Жопу страну. Я не выключил это. Так, надо обузить, короче, пока батареи не надо, берём всех на перенапистку. Всё, на таранах. Ну, 10 всего 130. Ну да, я советник уже, потому что... А так я буду сбуду советника. Ну какой адмирал умер, блин? Загнали меня в бой, ну пусть я здесь сейчас все корабли. Ну давай драку, конечно. Саня, это жопа, давай, короче, наладим торговлю после войны. Да, это давай после... уйдем. Хотя, ладно, просто так, ужас. Так, ты просто что у нас было больше? Ну вот. О, вот это они щедро насыпали. Заканчивайте сражение. Да нормально. А, User left your channel. Лёва. User left your channel. User joined your channel. Саня. Чё? Мы до скольки играем? Всё? Ну всё. Да, друзья. И что, на этом всё? Завершаем. Видите? 1676. Да. Картошка, пошли и выйдем. А, все, да все уже мы уже закончили. Не-не, подожди, сейчас поговорим потом. Подожди. Ну ладно, не, давай сохраняем. Давай сохранил уже. Потом они... Все, давай заново сохрани туда. Я хочу посмотреть, сколько у меня... То есть я, короче, даю субсидии и еще в минус ухожу в гарнию. А с торговли получается, сколько я и собирал. Можешь продолжить? Надо что-то с кораблями делать. Встретимся с вами, друзья, в следующей серии. Она будет, когда мы соберемся еще раз.